Во время своей молитвы о мире в Украине Папа Римский Франциск не смог сдержать эмоции и заплакал. Голос понтифика начал дрожать, когда он упомянул о страданиях украинцев. После слов о желании передать благодарность украинского народа, он был вынужден прервать свою молитву и не мог продолжать около 30 секунд. Толпа, среди которой также находился мэр Рима Роберто Гуальтьери, начала аплодировать, когда Папа Римский перестал говорить и начал плакать. Когда он возобновил молитву, его голос все еще дрожал.